Когда город спит, там, на Советской, ярко светится 4 больших окна. Свет льет из окон на ночную улицу, и от этого ночь кажется еще гуще. В городе 3 типографии, но ночью работает только одна. Та, в которой печатают газету. А мы с вами сегодня перелистаем некоторые страницы романа Алексея Кузнецова «Гудагай». И на дворе у нас Самара 1930-х годов. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».